Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сейчас я закончила высаживать перец, и пока я отсюда не ушла, хочу поделиться своим ноу-хау для тех, кто... Да, это пригодится только тем, кто будет выращивать массовые посевы. Перцы или томаты, это все равно. Все мы знаем, что достать до конца невозможно. И... приходится делать или дорожки, или проходы. Я придумала такой способ. Я делаю одну через 2 метра, один вот такой заступ ступня, и на расстояние вытянутой руки сажу отсюда вот этот. Потом мы в этот же заступ поворачиваюсь, сажу туда. И в результате из маленького вот такого клочочка земли, который будет не засажен, я засаживаю 2 квадратных метра. Через какое-то расстояние, но я высчитала по вытянутой руке по своей. Делаю еще один такой, и там еще. Вот на все 8 метров у меня всего 4 вот таких маленьких площадочки под мою ступню, которые не заняты посадками. Это очень удобно. В некоторых случаях после посадки я еще прорыхливаю вот эту землю и засаживаю и этот участок. Но сейчас я так не делаю, потому что я боюсь мороза. И если будет мороз, то мне придется опять сюда вставать, чтобы ставить дуги. И вот эти вот следы йети, такие огромные, остаются у меня до конца сезона, потому что у нас холодный регион. Вот таким способом я засеваю всю плантацию, потому что в теплице место очень дорого, нужно его экономить. Экономия места. Пожалуйста, кому интересно, можете воспользоваться. До свидания.